Мощные скидки. Всем привет! За окном осенняя непогода, влажно и прохладно. Хочется сварить горячий кофе, поджарить тосты и остаться дома в тепле. А если у вас нет тостера, самое время его купить. Всевозможные сайты предлагают тостеры по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Тостер – довольно простое устройство, ломаются они редко, а значит, жить с ним придется долго. С точки зрения пользователя, разницы между способами подогрева немного. Считается, что тостер с кварцевым нагревателем быстрее разогревается и обеспечивает чуть лучшую прожарку гренкам, а также потребляет меньше электроэнергии. Однако эти плюсы могут быть легко нивелированы ошибками в конструкции устройства, а следовательно, наличие одного лишь кварцевого нагревателя не может служить однозначной рекомендацией в выборе той или иной модели. Та же самая история происходит и с другими типами нагревательных элементов, поэтому единственная рекомендация, не вызывающая сомнений, заключается в том, что по возможности стоит избежать покупки устройства с металлическим теном. Впрочем, столкнуться с таким прибором сегодня будет не так-то просто. В современных моделях они практически не применяются. На сайте Wildberries тостер сейчас можно приобрести за 1097 рублей. Управление механическое, 2 отделения. Тостер обладает небольшим размером, просто в эксплуатации и готов к экспериментам. В нем можно разморозить или подогреть хлеб, позволяет регулировать степень обжаривания и приготовить одновременно 2 тоста. На сайте Озон тостер фирмы Sigmund & Stein сейчас предлагают со скидкой в 16% за 2490 рублей. Цвет тостера белый, количество отделений 2, 7 степеней обжаривания, возможно размораживание хлеба, подогрев и двустороннее поджаривание. На сайте DNS тостер Polaris сейчас продается за 1999 рублей. Его прежняя цена – 2499. Модель черно-серой расцветки. Мощность устройства 800 Вт. В зависимости от предпочитаемой вами степени прожарки тоста есть 6 режимов работы. За один прием прибор способен поджарить с двух сторон 2 кусочка хлеба. Нагрев внутренних элементов устройства не приведет к увеличению температуры корпуса, поэтому можно не бояться обжечься, прикасаясь к внешним стенкам. Для того, чтобы тосты получились идеально прожаренными по всей их площади, предусмотрена система автоматического центрирования. В конструкции устройства есть решетка для подогрева булочек или круассанов. На сайте CityLink тостер StarWind сейчас можно купить по супернизкой цене за 900 рублей. Мощность 700 Вт, 2 отделения, 6 степеней обжарки. Есть выдвижной съемный лоток для крошек, управление механическое, корпус выполнен из металла и пластика. На сайте Эльдорадо тостер Tefal сейчас продается за 2999 рублей. Прибор имеет 2 отделения, которые снабжены боковыми решетками специальной конфигурации. Они самостоятельно подстраиваются под толщину ломтиков и предотвращают их соприкосновение с нагревательными элементами. Степень прожаривания регулируется на 7 уровнях с помощью механического переключателя. Посредством кнопок пользователь сам активирует функции размораживания и подогрева, а также принудительно останавливает работу устройства. По окончанию выбранной программы тосты автоматически поднимаются. В нижней части тостера есть поддон для крошек, мощность 850 Вт. Ключевым параметром при выборе тостера является удобное управление, возможность гибкой регулировки степеней прожарки. Ну а поскольку подавляющее большинство бытовых тостеров не имеют возможности регулировки, то есть могут либо греть, либо не греть, то наличие различных программ и режимов по сути сводится к установке различных интервалов времени, в течение которых будет поджариваться хлеб. Имейте в виду, что готовый хлеб в нарезке для бутербродов поджарится быстрее, тогда как специальный тостовый хлеб, который выглядит слегка сыроватым, потребует больше времени приготовления. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.